я вообще такой горячий был, немножко такой очень заводной. Выслали мне 6 ракет, я, наверное, месяца за 2 сломал штуки 4. Звоню туда менеджеру, говорю, вышлите мне, пожалуйста, еще несколько ракет. Он говорит, Влад, ты мне скажи, мне просто интересно, а вот как они у тебя ломаются? А что мне говорить? Он прекрасно понимает, что я просто, я психую, бью ракету о пол. Я человек такой совестливый, я страшно покраснел. Ну, честно скажу, что я раза в 3 меньше начал ломать. Здесь получается немножко разрыв ритмов, как в паре. Но это, именно поэтому это эффективно то, что надо. У нас проходит учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к матчу Кубка Дэвиса. Но мы молодежь уже готовим, чтобы они готовились реально, как будто вот они будут играть. Естественная потребность нашего тенниса на данный момент – это обеспечить преемственность поколений у ребят так же, как у девчонок. У девчонок четко есть основная вот эта вот национальная команда и есть четко просматриваем резерв. То же самое мы стараемся сделать сейчас у ребят. Пока это немножко на другом уровне. Но мы же понимаем, что мы не сможем стать крепкой командой, если мы будем полагаться только на двух людей. Да, сегодня у одного что-то заболит, и команды практически нету. Вот. Максим Николаевич тоже же 41 год, это уже не пацан. Да? Шансов промахнуться мимо тенниса было только 50%, потому что отец работал на автозаводе, так же, как и мать. И когда на проходную центральную заходишь, проходишь мимо бассейна, кажется, Янтарь или Орленок, не помню, бассейн с одной стороны и теннисные корты с другой стороны. Вот и отец каждый день мимо них. То есть вариант был один, или в плавание, или в теннис. Отец привел, значит, в теннис, и Вячеслав Фимич сделал набор. Оно так вот срослось. Отец хотел, чтобы я занимался теннисом. Он говорит, давай попробуем плавание, теннис. Тут как раз Вячеслав Фимич появился, пригласил в группу попробовать. Ну и все, и с первого раза у меня шансов других не было. Мне так это понравилось. Во-первых, здесь личность человека. Почему я говорю, что тренер – это важнейший человек в жизни спортсмена после родителей. У нас Вячеслав Фимич проводил первые занятия. Во-первых, они были увлекательные. Я год прозанимался, я, наверное, еще в ракетки в руки не взял. Сейчас это скажи какому-то из родителей, что вот он привел, записал в секцию по теннису. И год ребенок не берет ракету в руки. Я вам скажу, что через год занятий я рукой набивал раз 100, рукой, ладошкой об стеночку, понимаете, и справа, и слева двумя. Потом уже, естественно, нам дали ракетку в руки, мы начали набивать, но мы года два занимались в 162-й школе, а в зальчике у нас научились бегать, прыгать, набивать стеночку, чуть-чуть набивать через сеточку. Потом приехали, первые тренировки были на Сдюшор Масс. А в то время Сдюшор Масс это было без преувеличения, наверное, в топ-3 лучших теннисных школ Советского Союза. И ты заходишь, и там такая аллея, значит, как сейчас помню, аллея, вдоль аллеи, под деревьями, под боярышником, прямо такие большие, значит, девизы, лозунги и фотографии чемпионов этой школы. И ты смотришь на этих людей, они как полубоги. Потом, значит, мы приходим, и там фамилия, там, Леонюк, Тетерин, Демиденко, Тихонко. Это все вот эти вот люди отсюда, да. Потом, представляете, нам там по 10-11 лет заходят дядьки такие, атлеты, высокие, в костюмах СССР. Это ж тогда вообще, да, там эти кроссовки Adidas. И не одна ракетка, там Украина, к примеру, а в сумке, видишь, там 5 ракеток лежит, Союз или Москва. Тапочки, коробка мячей, 6 штук новых, Ленинград. Ну, это просто, чтобы это понять, это надо было это, наверное, видеть как-то. Это сегодня ты зашел в магазин, купил там сколько тебе надо и все. А это тогда так не было. Перед тобой была вот эта вот мотивация, ты видел этих людей, и ты понимал, куда тебе надо идти. Внимание, внимание, внимание! На последних двух, когда вы на сетке висите, четче работаем. Вопрос взаимоотношений с родителями очень важный, и могу сказать, что иногда получается его хорошо,
выстраивать взаимоотношения, иногда не очень, но здесь, конечно, мяч в данной ситуации на стороне родителей. Сегодня понимаю, например, что мое время, оно, во-первых, оно, я не в деньгах сейчас говорю, оно время дорогое, потому что я не хочу сегодня объяснять, например, человеку, как я дошел до такой жизни. Я 33 года своей жизни отдал этому виду спорта. Наверное, у меня понимание сегодня побольше, чем у любого родителя, у которого ребенок вот только начал заниматься. У меня мой сын сейчас, Родион, уже занимается год как теннисом. Первые мои тренировки, которые я с ним проводил, значит, мы приезжали в зальчик, и я ему давай. Сначала ручкой понабивали, правой ручкой, левой ручкой, потом правой ручкой об стеночку, потом через удар, он рукой, я рукой. То есть это такие вещи, которые нельзя обогнать. Если ты хочешь ползти по лестнице, а у лестницы шаги такие широкие, то ты не запрыгнешь на вторую ступеньку. Нужно все делать по шагам. Сегодня, к сожалению, пока еще есть такая проблема, и в том числе теннис сегодня снова, скажем, вышел на бум, потому что все же хотят, родители хотят видеть следующих Соболенко, следующих Азаренко, следующих Соснович, потому что вся страна узнает, это богатые современные люди, и сложно держать в этой ситуации голову трезвой. А в конечном итоге нужно начинать очень аккуратно. Ребенок должен научиться бегать, прыгать, кувыркаться, набивать об стеночку сначала, а потом уже потихоньку переходить на корт. Я извиняюсь, а можно мне, пожалуйста, коржик с чайком? Спасибо. Вчера там кто-то, нагоняя, получил за то, что стояла бутылка колы на столе. Вот, поэтому, ну, мы же все люди, да, и они пока учатся быть профессионалами, когда они начнут активно участвовать в соревновательной деятельности, когда они начнут представлять страну, зарабатывать этим ремеслом себе на жизнь, они будут сами отслеживать все эти моменты. Здесь, ну, нельзя обогнать паровоз. Наша задача, как говорится, подвести их вот к ситуации, а дальше уже как они будут этим разбираться, это личный выбор и желание каждого. Когда я активно занимался и был профессионалом, такого внимания питанию еще это не было таким крутым, да, там антиглютеновые там диеты, там еще там по группе крови и так далее. Я в этом смысле мало себе в чем отказывал, но нагрузки и большие тренировочные объемы, они делали свое дело, лишнее сгорало. Вот, значит, ну, на определенных этапах я вносил корректировку. То, что я, на удивление, мне очень хорошо зашло, уже на закате своей спортивной карьеры, я уже больше играл так активно матчи Кубка Дэвиса, меньше личные соревнования. Я работал, ну, решал вопрос выносливости, потому что взрослел уже. И я где-то вычитал, вот, что Иван Лендл, решая вопросы своей подготовки, он нанял диетолога и убрал мясо вообще. Только убрал мясо, наверное, месяца через полтора реально выросла выносливость. Сформировалась такая вот какая-то культура. Мы много времени проводим вместе, но как? Ну, у нас две тренировки в день, мы стоим на одном корте, да, и если ребята не будут воспринимать энергию тренера, да, его, не чувствовать его драйв вот здесь и сейчас, им сложно будет воспринимать информацию рабочую, которая нужна для роста. Поэтому папа с мамой у них утром и вечером, а днем тренеры. У нас нет такой понебратства или фамильярности, но отношения такие достаточно нормальные. Анекдоты иногда рассказываем друг другу. Я им анекдоты с бородой, они мне такие современные больше. Парни, что у нас с дневниками? Все есть, дневнички написаны? Саня, а ты мне не напомнил после тренировки? Давайте перед второй, перед парной разминочку сделаем, покажете, что да как. А вот к вопросу про коржики, здесь вот коржики нельзя, а киткет, оказывается, можно сегодня. Пойдем посмотрим, как там массаж идет. Ну и дворец тенниса, академия, действительно, можно сказать, сейчас по внешнему виду, по наполнению, по функционалу в хорошем смысле превратилась в храм тенниса в стране. Здесь у нас методисты расположены наши сидят. Там вот все в папочках стоит задокументированный тренировочный процесс, планы, задачи, контракты и так далее.
Ну, дружба – это вообще такое понятие, которое, в моем понимании, встречается в жизни редко. Это такое чувство, ну, почти как родня. Вот, такое вообще редко встречается. Но такой глубокий душевный респект, он приходит, из чего он приходит? Когда ты видишь, как профессионал, понимаешь, насколько это сложно. И он это сделал, и ты говоришь, молодец. Почему? Потому что ты знаешь, как это тяжело. И ты хочешь, не хочешь, ты уважаешь этого человека. Потому что он сделал это усилие, ты говоришь себе, ну, значит, и я могу. И вот это вот уважение друг к другу, это очень круто. Каждый спортсмен чистолюбив и амбициозен. И ты не можешь до конца спокойно спать, когда видишь вот на соседнем корте, вот он 30-я ракетка мира, а я 45-я. И ты понимаешь, что это реально. И или у тебя хватает мотивации, сознания, говори себе, послушай, я сегодня раньше лягу спать, чтобы завтра раньше проснуться и больше работы сделать, или я сегодня позже останусь. Но почему он должен быть 30-й, я не 45-й? Это нормальный драйв, который движет людьми в спорте. Это нормальная, хорошая ситуация. А дело в том, чтобы выигрывать большие турниры, чтобы не просто большие турниры, а турниры большого шлема, ну, нужно быть не робкого, не десятка. Нужно вот здесь вот иметь серьезную установку, вот здесь, да, потому что нужно уметь принимать сложные решения, касающиеся отношений, касающиеся подготовки, касающиеся отношений с тренером. И здесь малодушие не прокатит. Малодушные люди, они не становятся победителем турниров большого шлема. Это сильные личности. Что, какие могут быть еще лучшие условия сформировать сильную личность, яркую, крепкую, как не матч за страну? Почему сегодня Мирного любят? Почему сегодня Волчкова иногда вспоминают? Ну, потому что мы выходили в залах этих и бились. Понятно, что мы не зарабатывали мега какие-то деньги на этих турнирах. Но эти вещи делали нас чем-то, они помогают. Почему Мирный в 41 до сих пор играет турниры? Потому что он знает, я могу все, мне не нужен никто. Я такой мастер, я профессионал, я до сих пор в 41 еду на турниры большого шлема, конкурирую с лучшими и выигрываю матчи. Вот молодежь, они начинают это понимать, они начинают понимать, что основная задача – это не заработать $300, получив вольткарт на 15-тысячник в Минске. Основная задача – это подготовиться, выиграть турнир, заработать себе денег, сколько тебе надо, маме подарок купить и развиваться дальше. Ни один из спортсменов сегодня, наверное, из тех, которые действительно представляют потенциал, ни один не пострадал от отсутствия возможностей. Ни один. Вопрос реализации. Вопрос мастерства, вопрос уровня и амбиций. Да, и настоящий мужчина, наверное, потому что вот такой момент он все-таки не струсил, не заволновался, как это обычно бывает, даже с опытными мастерами. Великолепно проводит гейм. Ну, 40-15, правда, еще не победа, но двойной матчбол. Очень интересный матч был с Ампрасом на Амблдоне. Причем не только матч в теннисном смысле, но и мне очень интересно, что со мной происходило тогда. Я сейчас, может быть, такой маленький секрет открою, но, честно, мне было страшно вечером до матча. Я действительно сидел и думаю, господи, как я вообще доигрался до такой жизни? Как я здесь оказался? Это полуфинал, и, знаете, вот был бы турнирчик поменьше где-то, ну, может, проскочил бы незамеченным. А здесь я понимаю, но это полуфинал Амблдона, и будет реально, ну, так или иначе, больше или меньше, но будет это все видеть весь мир. И послушай, парень, ты сейчас не идешь играть со своим сверстником, ты идешь играть с человеком, который выиграл этот турнир 6 раз. И, честно, был такой страх, что он меня просто размажет. Но потом как-то постепенно вот эта вот рутина... Поужинал, сходил, посмотрел фильм «Гладиатор» еще раз, это правда. Значит, утром в 6 утра подъем, пробежка в парке, значит, разминка, завтрак с отцом, поехали на корт, размялись. То есть это вот рутина, вот этот ритуал берет свое, постепенно это волнение выветривается и появляется драйв. Вот это вот, чем ближе к матчу, чем ближе к этому, появляется вызов. Уже хочется себя, не убегаешь, а тебе вот хочется... проверить, что-то начинает в тебе играть такое мужское, что-то, наверное, от наших древних предков, которых никто не мог победить.
И даже до тайбрейка ему не дотянуть. Здорово, Володя сыграл. Сыграл до опережения, ну все сделал. Очень хорошо. На тех же стульчиках, значит, пришли, сделали разминочку, достали вещи, ракетки. Пришел Алексей, тогда помню, старший тренер Петренко. Говорит, Володя, у меня не очень новости. В общем, кто-то вайлдкарды получил, но в пару вам не дали, поэтому ну, для тебя Олимпиады не будет. А вот. Ну я так сел. Постучал по теннисному ракетку об ракетку, говорю, слушай, ну я тогда пошел. Наверное, это все. Все, собрал вещи, говорю, ну, как бы, дальше уже, наверное, смысла нет. Когда такие ситуации возникают, такие немножко нестандартные, я, как правило, уезжаю куда-то в природу и в одиночестве. Надо побыть, чтобы немножко оно это улеглось. Еще по одному. Раз. Как-то так вышло. Я вот только закончил, там недели две поболтался. Потом, помню, уже в шлепанцах приехал сюда, смотрю, там тогда тренировались, кажется, Корченя, может быть, там Жермонт, Дима. Вот. Ну и как-то так естественно вроде так пошел, что-то посмотрел, что-то они начали спрашивать, что-то начал подсказывать. Вот. Ну а потом получил официальную отмашку, там, Володя, давай, может быть, покапитанишь. Ну, с радостью ее принял. Что такое тренировочный процесс? Это объемы нагрузки, лежащие за пределами нормального состояния. И чемпионы – это те люди, которые могут продолжать идти тогда, когда все остальные падают. Хороший спортсмен найдет очень много абсолютно реальных, стопроцентно работающих, уважительных причин, по которым пора останавливаться. А чемпион, поэтому он и чемпион, он говорит себе, да, но я же хочу сделать больше, поэтому я еще пройду. Очень был хороший вызов и большая возможность предоставилась поработать в команде такого уровня с Марией. И я очень быстро принял решение, да, мне это интересно, я хочу это попробовать. И вот эти полтора, там чуть больше, почти два года работы и спаррингом, и ассистентом тренера, старшего тренера в команде, это был такой уникальный опыт, потому что всегда было интересно понять, чем отличаются великие чемпионы от хороших спортсменов. У Марии Шараповой тогда вот был день рождения, значит, мы думали, что будет какая-то легкая тренировка. Вещи с собой взяли, но, в принципе, сидели на ожидании того, что мы ее отменим, и, может быть, пойдем и вместе пообедаем. Но вместе с тем, такого звонка не поступило. Была команда к сбору. Мы поехали, отработали полноценную тренировку. В конце оставалось там одно какое-то еще упражнение. Ну и даже тренер там Томас тогда говорит, ну что, гайс, может быть, уже на сегодня достаточно. На что Мария сказала, ну, гайс, давайте дотянем до конца. Вот и все. Нормальный человек утром своего дня рождения проснется, скажет, слушай, ну, хороший день, самый лучший повод остаться дома. Ну, максимум съездить на работу, подарки получить от коллег. –
Ну что, пробуем? Первый с лета на линии подачи. Чуть-чуть назад. Два. Три. Всегда поражало, как он играл его матчи. Даже если взять тот же матч против сборной России, когда он вышел, я прекрасно помню, когда он... Это было в пятницу, он подворачивает ногу, выходит потом в субботу с гипсом на костылях. И в воскресенье выходит, ну и совершает, можно сказать, подвиг. Раз, два, три, четыре. Пауза. И сейчас первый с лета будет слева. Подберите так, чтобы слева. Саш. У Владимира Николаевича он больше... Ну, на тренировку он строгий получается, и все время такой главный. А он пытается, ну, создать, чтобы мы были все одной большой командой, семьей, в кругу общались, что у нас такая семейная больше, мы здесь находим как семья. Вторая семья, можно сказать, у нас здесь. Там молодежь, она же вся живет в гаджетах, они все видят, как должно это быть. И когда ты вот, это как ключи такие есть, вот эти ключи, когда подходят, ты их открываешь, и все, пошел канал, информация идет, они тебя воспринимают, ты воздействуешь. Мы здесь что делаем? Мы через любимое занятие эволюционируем все. У каждого своя скорость эволюции, у каждого свои темпы, и каждый эволюционирует, решая определенные задачи. От него идет просто сумасшедшая энергия человеческая. Он очень сильно мотивирует меня и всегда поддерживает, никогда не дает, как сказать, повесить нос там или что-то еще такое. Всегда поддержит, говорит, все хорошо, давай вперед, дальше. Он мне напоминает о моей главной цели. Все. И он мне говорит, что, Саня, вспомни, куда мы идем. Но чтобы туда прийти, нужно вот сейчас вот отработать на 100% и нигде не показать свою слабость. Ну, когда получается создавать такую немножко домашнюю командную атмосферу, не всегда это получается. Но мы стараемся это сделать. А почему? Потому что, ну, в чем-то я понимаю, что, скажем так, в чем-то мы все-таки прошлое поколение упускали. Планы делятся на пару категорий. В теннисном плане основная задача какая? Это обеспечить длинную скамейку в женской команде, потому что за теми девчонками, которые сегодня в топе играют, идет хорошая такая плеяда молодежи, которая обладает высоким потенциалом. Вырастить практически национальную команду мужскую, новую, и поднимать культуру большого спорта, большого тенниса. Мы как-то так сконцентрировались на результате, там были, давайте, нужно срочно давать результат, и вырастили так, ну, хороших солдат. Они, пацаны, умеют играть, классно, умеют побеждать, умеют работать, но такой вот философский вопрос возник, я, может быть, такое немножко интимное скажу, но в определенном смысле, ну, я почувствовал, что какие-то спортсмены сделали выбор не в сторону там, отношений, не в сторону чего-то ценного, глубокого, а в сторону чего-то простого и материального. Большой чемпион станет после того, как он станет нормальный человек в первую очередь.